Первая точка – деревня Горки. Дома, стоящие вдоль Каширского шоссе, отделяет от трассы пешеходная дорожка. И без того не очень широкая, в зимнее время она пропадает под толщей снега и льда. Передвигаться по ней небезопасно, учитывая еще и то, что ее никак не обрабатывают. Скользко. Староста деревни Горки Татьяна Васильевна Санникова очень просила обратить внимание на эту проблему. Так получилось, что вот эта тропиночная дорожная сеть, по которой ходят люди, она не находится в казне муниципалитета. Мы примем решение по процедуре безхозяйного объекта, принять его в казну. А в настоящий момент мы дали поручение нашему муниципальному бюджетному учреждению о том, чтобы привести ее в порядок, посыпать песок. И тут же мастер участка дал распоряжение. Приехала машина с песком, и пешеходная дорожка была посыпана. Второй объект здесь же, в деревне Горки. Дом культуры, построенный для работников колхоза имени Владимира Ильича еще в 1958 году. Некогда верой и правдой служил жителям не только этой деревни, а и всем в округе. В советское время это было такое место, где на сцене выступали знаменитые артисты, такие как Кобзон, Лещенко. Вот, Зыкина была, вот, то есть такое было место. Проводились все собрания, новогодние огоньки, дискотеки, концерты. Сегодня Дом культуры имеет печальный вид. Фразе «снести нельзя, отремонтировать», по мнению директора досугового центра «Юность» Жанны Карасевой, точку надо ставить перед последним словом. Здание могло бы решить проблему с помещением для кружковой деятельности. Его нужно оставить таким, какое оно есть, но только оно должно быть универсальным. И для танцев, и для партийных собраний. В настоящий момент стоит вопрос о том, чтобы провести экспертизу данного объекта и, собственно говоря, оживить его. Поскольку, начиная с 2001 года, данный Дом культуры, еще советский исторический Дом культуры, в котором мы побывали, он был заброшен фактически, и кроме сторожа там никого не было, он постоянно приходил в упадок. В декабре прошлого года ДК был принят в собственность муниципалитета, но сказать, когда будет возможным провести ремонт, пока нельзя. Но «Юность» получит дополнительные площади уже в ближайшее время. Следующим пунктом рабочей поездки стал осмотр Центра творчества и развития «Радуга», расположенном в доме номер 11, корпус 1, по Южному проезду. Руководитель центра Юлия Котова арендовала помещение у фонда «Ратибор», который решил выставить квадратные метры на продажу. Покупатель нашелся быстро. Мы доложили руководителю муниципалитета Алексею Петровичу Спасскому, и он принял решение, поддержал нашу инициативу для того, чтобы приобрести ее за деньги достаточно хорошие, то есть которые в казна располагает, 13 миллионов рублей, для того, чтобы разместить там наше муниципальное предприятие культуры и воспитывать ребятишек, проводить с ними соответствующие занятия. Здесь очень удобные и подъезды, и подход. Здесь жилые, рядом, в общем-то, жилые дома. И люди, я думаю, с удовольствием будут водить сюда своих детей, заниматься в кружки. Кроме того, в выгоде окажется и местная детская школа искусств. Это помещение в 160 квадратных метров приобретается вот в ближайшие дни. И сюда переезжает отделение, которое расположено в Горках Ленинских, досуговый центр «Юность». А то помещение, которое они на сегодня занимают, у них там 4 комнаты есть, такие не очень большие, тут они находятся как раз в одном здании, на одном этаже, и у них общая стена с детской школой искусств. И тогда освободившиеся комнаты будут переданы школе искусств, и школе искусств, конечно, уже будет посвободнее, поудобнее. Большой плюс еще и в том, что помещение не требует ремонта, а отдельные его залы уже рассчитаны для определенных занятий – спортом или танцами. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.